Очередная пресс-конференция прошла в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого». Она собрала представителей основного состава жюри. Всего на фестивале их три – ФИПРЕСИ, НЕТПАК и основное международное. Каждое жюри оценивает определенные фильмы и готовит для лучших свои награды. Мы пока, присматриваемся к картинам друг к другу, естественно, и стараемся сегодня не выносить каких-то оценок. Международное основное жюри вручает главный приз «Раковину» за лучший полнометражный фильм и лучший короткий метр из конкурсной программы. В состав жюри вошли режиссеры Жуан Педро Родригеш из Португалии и Квак Кёнт Хэк из Кореи, куратор кинофестиваля из Гонконга Джейкоб Вонг, японский продюсер Сёдзо Итияма и киножурналист из Германии Кристоф Терхеште. Последний гость, к слову, вот уже 20 лет отбирает фильмы на Берлинский кинофестиваль. Я, конечно, следую своим вкусам, каких-то общих критериев нет, выбор всегда очень субъективен. Но, с другой стороны, чтобы хорошо выполнять свою работу, важно быть способным принять любые новые идеи. И нужно видеть разные способы художественного воплощения и слышать разные голоса. Корейский режиссер Квак Кёнт Хэк с Владивостоком познакомился еще в 2005 году. Часть съемок его фильма «Тайфун» проходила на наших родных улицах. Говорит, город стал чище, а молодых и счастливых лиц прибавилось. А еще он уже приметил новые локации для будущих фильмов. Владивосток у моря, и есть дороги, которые идут то вверх, то вниз. У вас улицы не прямые, а вот такие вот. И мне это нравится. Из каждой точки я вижу разный вид. Владивосток давно зарекомендовал себя как удивительное место, где сталкиваются культуры Запада и Востока. Отражение эта особенность нашла и в кинематографе. Вспомнить хотя бы знаменитого Акиру Куросаву. Режиссер из Токио снимал фильм «Дерсу Узала» в Даурской тайге и Приморском крае. Поколение Акиры Куросавы больше интересовалось русской культурой. В последнее время таких людей стало меньше. Я надеюсь, в Японии еще будут режиссеры, которых вдохновит русская классика. Надо приезжать, снимать. Даже визу сейчас, например, получить гораздо легче. До окончания «Меридианов Тихого» осталось пара дней. Закрытие 15-го фестиваля символично пройдет 15 сентября. Тогда жюри озвучит и победителей, а пока эксперты продолжают смотреть и оценивать 20 картин, заявленных в конкурсной программе. Ольга Продан, Андрей Макаров, новости на Восьмом.